Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. День, что вам сказать? Привет. На каком вы канале? На Барбику. И сегодня что мы делаем? Рыбу. Рыба. Ловим рыбу. Да, друзья, сегодня у нас очередная развивающая игра, и называется она «Поймай рыбку». Наверное, многие видели наборы с рыбалкой в магазинах, но мы его сделали вручную. Мы просто на рыбок, на вырезанных, наклеили магнитики, взяли деревянную палочку, привязали веревочку с магнитом и будем сейчас ловить. Динечка, эта игра направлена на ловкость и координацию движений. Смотри, у нас рыбки заплыли в коробочку в нашу, да? Какие-то разноцветные. Ну давай попробуем устроить порядок, поймаем всех рыбок, чтобы у нас коробка была чистая. Давай. Представим, что у нас пруд. Рыбки подумали, что коробка это пруд, и их надо оттуда выловить обязательно. Давай. Ловим. Ну-ка. Ну-ка, давай. Сейчас тебе дудочка чуть поможет. А ты не отпускай, натягивай удочку. Ну что, Дим, ловим первую рыбку, давай. Ловим первую. Отлично. Давай, это первая была, сейчас какая будет? Ну-ка, давайте. Ну-ка, давайте. Тучка, Денис и мама. Вторую выловили. Ну-ка, давайте следующая. Какая будет по счету? Четыре. Давай. Надо порядок навести. Отлично. И давай последнюю рыбку сам вообще без тучки сможешь поймать? Ну-ка, давай, попробуй. Попробуй. Нет. Ну, а ты что так рано сдаешься? Ну-ка, оп. И пятая. Какая? Четвертая. Пятая. Друзья, ну что, всех рыбок выловили? Молодцы мы? Молодцы. Ну, отлично. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы сегодня, что, тренировали нашу ловкость, а также координацию движений. Подписывайтесь на нас, ставьте пальчики вверх, как пальчики вверх. Оставляйте полезные комментарии, но мы и дальше будем придумывать новые развивающие игры. До новых встреч, друзья. Пока, поцелуй. Конечно. Ну, и Кеша, и Тучка, держи. Прощаются с вами, друзья. Тучка, Кеша и Динька.